Всем привет, с вами снова Лакмус, мы продолжаем играть в Обливион. Я между записями эпизодов смотался снова в свой замок, выложил там лишнее барахло. Также я скрафтил поножи безумия и щит безумия из имеющихся у меня материалов, то есть из руды и матриц. Они оказались зачарованными на отражение урона и, по-моему, повышение выносливости. Эти зачарования совершенно бесполезны нашему персонажу. И уровень защиты у этих элементов брони также ниже, чем у доэдрической. Поэтому я их оставил в замке. Буду собирать полный комплект на манекен. Здесь у меня остались вот матрица стрел безумия. Я уже пробовал скрафтить неплохие стрелы, поэтому сейчас мы обязательно их скрафтим. Ну, также лишние стрелы я повыкладывал, оставил только вот самые лучшие по урону. И давайте еще раз зайдем в крещице и сделаем стрелы. Стрелы также зачарованные. Те, которые зачарованы, тратят матрицу. Она одноразовая. Ты хранишь верность? Это хорошо. Я перережу тебе глотку. Но зачарование у стрел неплохое. И урон сам по себе тоже очень хороший. Что для тебя нужно выковать? Правда, на одну матрицу создается всего 25 Обожаю стрел. Обожаю звук, с которым стрела впивается в тело. Больше пока мы ничего создавать не будем. Мы можем, но не будем. Возвращайся. Я, наверное, ставлю здесь у нее руду. Не знаю, можно ли это делать. Так ли нужно будет? Чтобы не таскать лишний вес с собой. Положим здесь вот в уголке. Надеюсь, она не исчезнет. Сохранимся и наконец-то пойдем уже в замок. Тут также есть вот помещение под названием Кунсткамера. Я это помещение помню по предыдущим прохождениям. Там нам будут навязывать довольно-таки неприятный квест. Неприятность его в том, что он вечно подвисает. Требуется найти большое количество различных редких предметов, многие из которых не лежат где-то в строго определенных местах, а попадаются случайно. Говори, в сундуках, гражданин. И различных контейнерах. Так, вот, собственно, и замок. И по этой причине квест постоянно висит, и я лично его ни разу целиком не завершил. А куда мы пришли? Мы пришли в Лис. Нам сюда не надо. Нам надо в замок. Давайте уж, раз мы зашли, осмотримся здесь. Вот где-то здесь есть проход во дворец. Я, честно говоря, опять туплю. Вот, вроде бы здесь. Лесенка. Привет. Ну, здесь пейзаж, конечно, посимпатичнее. Дворец, наконец-то. Дворец сам по себе довольно живописен, ну и здесь мы видим, выросли кристаллы. Это, конечно, обусловлено сюжетом, про который нам поведает никто иной, как лорд Шагород. Или Шагород, по-старому. Такая вот вокруг двора идет галерея. Но нам нужно вот сюда, вот, в центральную дверь. Дворец Шагорода. Сам Шагород, надо сказать, по сравнению с английской версией озвучки, конечно же, сильно проиграл. Именно в голосе. Но все равно доставляет. Давайте с ним пообщаемся. Эй, посмотри-ка, кто здесь. Ты! Как дела? Видим, что он всегда рад. Имеет разную текстуру с двух сторон тела.
Новое пополнение. Позор моему стражу врат. Я так счастлив, что способен задушить тебя твоими же внутренностями. Полагаю, теперь пора формально представиться. Я Шиогарат, принц безумия и кое-чего другого. Об этом я умолчу. Возможно, ты уже в курсе. Будем надеяться. Или у нас действительно проблемы? И опять возникает вопрос о внутренностях. Я сделаю из них прыгалки. Но, возможно, сейчас не время. Тебе удалось добраться до меня. Остальным не удалось. Молодец. Прими от меня эту безделушку. Она тебе пригодится. Или, по крайней мере, будет хорошо смотреться на твоем трупе. Дали нам амулет какой-то. Ну, давайте спросим подробнее. Уже некоторое время я жду тебя. Или кого-то вроде тебя. Или кого-то отличного от тебя. Мне нужен защитник. И им станешь ты. Время спасти царство, освободить принцессу, сразить чудовище или умереть в попытке сделать это. Нужна твоя помощь. Приближается время перемен. Все меняется, даже дейдрические принцы. Особенно дейдрические принцы. Что за изменения? Дейдра есть воплощение изменчивости. Изменчивость и постоянство. И я такой же, кроме того, в чем я другой. Грядет серый марш. Твоя задача остановить его. Детали не важны, по крайней мере сейчас. У вечности весьма строгий график. Мы вернемся к этому позже. Теперь у меня есть для тебя поручение важное, естественно. Все, что я тебе говорю, важно. Мое царство, мои правила. Тебе нужно отправиться в Зидилиан, одно из моих любимых мест на островах. Это местечко я использую, чтобы избавляться от нежелательных визитеров. И некоторые более нежелательны, чем другие. Страж врат брал на себя заботу о большей части нежелательных визитеров. Но он мертв. Впрочем, это мы тоже вскоре исправим. В любом случае, есть такие, что находят другие пути в мое царство. И они уже в дороге, а мне они тут не нужны, уж поверь. Итак, тебе предстоит восстановить Зидилиан и запустить его. Вот тебе небольшое руководство и судный аттенюатор. Он тебе тоже понадобится. Естественно, ты можешь всегда выяснить детали у Хаскила. Он просто помешан на деталях. Просто сокровище. А с каким вкусом одевается? Теперь к делу. Пока я не изменил своего решения, или мое решение не изменило меня. Так, ну мы получили квест. Даже книжку нам дали с описанием. Какой-то предмет. Ну и можно было бы его поспрашивать. Ну, это я оставлю желающим. Ты теперь можешь идти. Беги, поспеши. Ну, можно поговорить вот с этим вот Хаскилом. Безумный бог дал тебе задание. Несомненно, обладателю столь выдающихся талантов под силу его выполнить. Он над нами опять издевается. Да, восхитительное место. Прекрасно снимает напряжение. Просто сидишь и смотришь, как мучаются эти надоедливые приключенцы. Не прими на свой счет.
Так что тебе нужно немедля отправляться в Зидилиан и привести его в рабочее состояние. Да? А, как глупо с моей стороны. В книжке нет картинок. Не думал же я, что ты станешь ее действительно читать. Действительно. Для того, чтобы восстановить Зидилиан и выполнить повеление моего лорда, тебе нужно найти 3 фокусирующих кристалла и установить их на места. Для каждого кристалла предусмотрено гнездо, так называемый судный центр. Даже ты не сможешь не заметить их. Не установив кристаллы на места, нельзя привести в рабочее состояние судный резонатор, источник питания Зидилиана. Ну, я боюсь даже спрашивать у него, но вот здесь вот подсвечен топик. У тебя есть аттенюатор, руководство и карта. Я вовсе не... Ну, понятно. Шаг левой, шаг правой. Ну... В общем, он издевается по-прежнему. Действительно, надо было, конечно, прочесть книжку, которую нам дали. Да, вот здесь как раз и повторяется все, что нам он сообщил, даже более подробно. С описанием каждого, каждого испытания. Ну и давайте отправимся туда. Почему-то подсвечивается переход в дом деменции. Во дворце также есть вот эти так называемые дома. Здесь располагается правительство мании и деменции, с каждой стороны свое. Имеется такой своеобразный граф или правитель, который помимо самого Шагарата заправляет делами в своей области, естественно. Где у нас находится Зидилиан? Я, честно говоря, где-то на юге. Но мы здесь вот были в пещерке под названием Ужасное Логово. Давайте через нее. Немножко глючит карта. Наденем шлем. Врагов вроде бы нет. Но там вот по курсу есть. Хотя нет, нам не сюда, нам вот туда. И вот я вижу уже какое-то строение. Видимо, это и есть наш Зидилиан. Так, и там какие-то враги бродят. Это не Зидилиан, это прибежище фанатиков. Сохранимся. И попробуем разобраться с ними. С мечом идет. Что-то мне это не нравится. Это так называемые зелоты. Так, один готов. Второй готов. Тут еще один. И этот тоже готов. Так. Сильно много барахла набирать не будем. Невидимость зачем-то у них. Бриллиант, отлично. Не будем брать. Арбуза нет, это нам ничего не нужно. Идем дальше, сохраняемся.
мы достигли Зидиля, но там какой-то тип бродит. Ага. Это Грамит. Давайте, наверное, постреляем. Испытаем вот эти стрелы. Сохранимся. Что-то ему как мертвому припарка. Нас, конечно, палит. Убийца. Так, камень у нас, оказывается, занят. Ну да ладно. Сохраняемся. Там вроде еще один был. Кто-то ушел. Нарываться я не буду. Сохранимся и проникнем внутрь. Ну тут, конечно же, бродят враги. Те же самые грамиты, видимо. Да. Притом немало. Поэтому сохранимся и попробуем снова пострелять. Но опять палит. Отлично. Почти без палева. Куда он улетел? Блин, зачем я опять собираю отмычки? Кто мне скажет? Давайте выложим. Так, ну и здесь у нас дорога разделяется. Видимо, где-то кнопка находится. Пока что я не вижу ее. Пойдем, значит, туда. Сохранимся. Слабенький. Готов.
заметались. Там маг. Лечится собака. Кончились заряды, однако. Отлично, давайте пополним заряды. Сохранимся и осмотрим тела. Шаман. Посох неплохой, кстати. Возьмем его. А, и он еще и квестовый. Совсем хорошо. Сюда, видимо, нужно его вставить. Угу. Открылся проход дальше. Здесь их целая толпа. Давайте сохранимся. Попробуем пострелять. Один готов сразу. Эти нас почему-то не видят. Хотя я думал, что нас спалят моментально. Интересно. Ну, нормально тогда. Сохраняемся. Так, все это нам нужно. Палач. Видимо, поэтому и не спалили. Палят нас в основном убийцы. И палачи, видимо, послабже. Мозгов у них поменьше. Так. Сохранимся. Мать-перемать. Прикол. Нормально так мы упали, но акробатика у нас немножко допрокачана, поэтому мы не разбились. Палач. Есть надежда, что он нас не увидит. Вот, ребята, тоже не прокачаны. Ну,
готов. А тут, видимо, маг. Да. Неплохо прокачивается у нас стрельба. Сохраняемся. Тут вот снова посох. Сохраняемся. И, видимо, сюда нужно ставить кристалл. Да. Остался еще один. Тут у нас традиционно. Так, нет стрел. И, по-моему, зарядов тоже нет. Но это не страшно. Сохранимся. Опасно. Опасно мы стоим, конечно, но пока что вроде удачно. Вот нас и спалили. Так, мы можем воспользоваться здесь заклинаниями. Например. Например. К сожалению, нет у меня эффективных заклинаний на цель, по площади. Кроме вот этого слабенького, слабого шара огненного. Еще надо попасть. Этим грамотом, конечно, он вреда особого не принесет. Это я просто прокачиваю разрушение. Вот, как раз. Началась магия. Пополним магию. Делов-то. Хватит издеваться. О, матрица шлема. Отлично. Это, кстати,
кстати, был тоже убийца. Это странно, что он нас так не спалил. Так, сохранимся. Тут какие-то боковые проходы. Я смотрю. Ну и ящички. Помидор душ. Это, кстати, один из тех предметов, которые нужны для кунсткамеры. И он также может использоваться как камень душ. Давайте сравним его совместимость с нашими другими камнями. 250. Видимо, это великий камень, судя по цене. А тут у нас драгоценный камень. Но брать квеста все равно не планирую. Квест с кунсткамерой, я имею в виду. Потому что меня он, честно говоря, раздражает. Снова наши друзья граммиты. Снова я попытаюсь прокачать стрельбу. С одной стороны, то, что нет зарядов у лука, это хорошо. Лучше прокачкой. Вот, кстати, повысился навык. Но с другой, нас здесь, конечно, жесточайше палят. Вот так вот через раз как-то. Видимо, расстояние имеет значение. Заберем наши стрелы, его стрелы, сундучок. Сохранимся. Огненный гриб. Такой нам еще не встречался. И вот снова я вижу место с кристаллом. Ну и граммитов здесь тоже натыкано много. Давайте заныкаемся в уголок. Сохранимся. Через вот эту решетку, интересно, можно стрельнуть? Нет. Так. Как бы так, чтобы не спалиться раньше времени. Заметался там. Вот так вот по-борзому поступим. Готов. Сохранимся.
поместим последний кристалл. И теперь нужно что-то еще активировать. Какой-то, видимо, источник энергии, как я понял. Сохранимся. И влепим вот этому вот в задницу. Готов. Слабенький попался. Готов один. Собака. Еще один готов. Отлично. Так. Странные какие-то уступы. Попасть туда, видимо, нельзя. Сохранимся. Это все возьмем. Граммитов что-то меньше не становится. Понял. Есть. Сохранимся и добьем последнего. Я надеюсь, что это последний. Сработал таймер, но давайте уже завершим эту часть квеста. Нам осталось активировать этот механизм
Или я уж не знаю, как он точно называется, не помню, вернее. Вот он, судя по всему. Да, резонатор. Именно про него говорил Шигарат. Поэтому сохранимся. Значит, ничего не происходит. А, вот. Заработал. Кристалл. Нужно вернуться и доложить о результате. Это, видимо, телепорт. Там вот я видел еще один такой же. Может быть, он тоже куда-нибудь ведет. Но нет. Наверное, я на этом завершу очередной эпизод. Продолжим в следующем эпизоде. Спасибо всем за внимание. Всем пока.